какие отделы я, в каких отделах я покупаю еду пятерочки, могу покупать. Это отделы овощи, в отделе фрукты и в отделе крупы. Из крупы я покупаю только рис басмати, зеленую гречку, но в пятерочке ее нет. И в пятерочке еще покупаю иногда пшено. Все, из крупы я больше ничего не покупаю. Могу покупать иногда хлеб в магните. Дарницкий или пшеничный. Иногда макароны могу покупать. Все, в принципе. Ни молочку, ни мясное. Я ничего не ем такое. Один с крупами. Беру в основном только рис басмати. 149 рублей. И беру бананы, апельсины. Поделили фрукты. Могу брать яблоки, виноград, груши, лимоны. Даже нектарины в феврале, если мягкие. Я всегда проверяю, мягкие или нет. Нет, не мягкие. Мандарины, киви. Значит, что я сегодня взяла в пятерочке? Крупа, пшено и рис басмати. Пшено у меня 44 рубля получилось, а рис басмати 149. Это самое недорогое. Недорогая цена для риса басмати. Там наверху. Там наверху есть по 159 в пакетиках. Вот это будет дешевле. И то там в пакетиках 400 грамм, а вот в пакете вот в таком 500 грамм 149 рублей. Из круп гречку беру. Но гречку я беру зеленую. Здесь нет зеленой. Можно взять в Ашане или в других магазинах. Пятерочки я не видела зеленую гречку. Иногда беру пшенку. Лучше в пакетиках, там меньше отбирать надо этих зернышки. Попшин. Вот пшено 44 рубля. Вот, отдел с овощами. Ну, картошку я не люблю. Или капусту можно взять. Морковку, кабачки. Огурцы. Ну, пока мне сегодня не надо ничего из овощей. Ну, я беру только морковку, могу кабачки брать, огурцы, помидоры. В основном такие овощи беру. Я обязательно чищу кожу и вынимаю зерна, перец. И мандарины. О, такие. Нормальные, они мягенькие, кожа мягкая. Я тоже смотрю, чтобы кожа была мягкая и чтобы легко можно было чистить.
что сегодня еще взяла в пятерочке? Яблоки. Они мягкие. Я когда нажимаю, они мягкие. Они не такие, не пластиковые. Не зеленые. Не пластиковые они. Мягенькие. Если они еще с бочками, так это еще лучше. И апельсины. Беру, которые побольше, и тоже, которые помягче. Купил я еще хлеб у нас в местном супермаркете. Хлеб гречневый. Вот такой. И покажу, что я еще покупаю в Магните. Как вегетарианец. Яблоки. Знаете, чтобы они были мягкие. Можно так нажать немножко, посмотреть. Чуть-чуть. Чтобы они мягкие были. Твердые пластиковые не берите. Брокколи. Брокколи. Отвариваю. И бананы. Но бананы надо тоже вырезать серединки. И гречка зеленая. Вот такая. Вот, она зеленая. Она не жареная, не коричневая. Вот такая. Светло-зеленая. Купила вчера еще вот бурый рис. Попробовать. Не шлифованный. Еще купила сироп из топинамбура. Кстати, в Магните. Написано, что без сахара. Тоже подходит для вегетарианцев.